Всем привет! Сегодня разблокировка аккаунта телефон Samsung A30s A307FN на 9 андроиде, то есть именно 30s, не A30, а там скорее всего у него другая прошивка, потому что методы от A30 не подходят, и обновление здесь августовское, то есть мы обновили на последнюю прошивку. Что нам понадобится для разблокировки? В данном случае лучше использовать новую сим-карту. То есть покупаете сим-карту именно для этого способа. Либо если у вас есть ненужная сим-карта, потому что сим-карта после этого способа полностью заблокируется. Вот. Также понадобится нам Wi-Fi будет еще нужен. И возможно дополнительная сим-карта обычная, на которой есть интернет. Вот. То есть у нас здесь сим-карта вставлена. На сим-карте также должен стоять пароль, пин-код. Как его установить, можете посмотреть в наших видео, там есть ссылка, будет в описании под видео, на видео о том, как установить пин-код на карту. Итак, смотрите, выбираете нужный вам язык, нажимаем далее, здесь соглашаемся. Далее сейчас я сначала подключусь к Wi-Fi. Вот, смотрите, сообщение о том, что интернет нужен. Так, подключусь к Wi-Fi, введу пароль сейчас. Сим-карту пока не вставляем, она у нас вот здесь вот. Вот так, далее. А также мы установили на телефон пин-код, но его можно будет тоже пропустить. Здесь принцип полной блокировки сим-карты. То есть сначала вводите пин-код неправильно, потом пак-код неправильно, и потом должно будет открыться меню, которое нам как раз нужно. Был у нас еще метод с выдвижением меню сверху. На данной прошивке данный способ не работает. Сейчас я вам покажу, сим-карту потом вставлю. Так, вот он, у нас пароль. Ну, нажимаем использовать аккаунт Google. Так, вот оно окно. То есть получается, что смотрите, раньше у нас был способ, то есть вставляем сим-карту. И вот так вот вводим для того, чтобы появилось меню сверху. Здесь, как видите, меню не появляется. Ну, запрос пароля он появился, да. То есть здесь что нужно нам сделать? Нужно неправильно ввести три раза пин-код. То есть смотрите, раз, два, три, четыре. Вот осталось две попытки. Раз, два, три, четыре. Одна попытка. Раз, два, три, четыре. Все, теперь якобы пак-код мы знаем, но, естественно, нам нужно ввести его неправильно, чтобы появилось у нас меню, которое нам нужно. 8, получается, 10 раз нужно ввести неправильно пак-код. Пак-код состоит из 8 цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь обратно пин-код неправильно. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. То есть тут одинаковые. Вот осталось 9 раз. И сейчас повторяем все то же самое.
Ну, то есть вот сейчас должно появиться то меню, которое нам нужно. Блокируется, да. И вот здесь появляется то меню, которое нам нужно. Нажимаем на него. И здесь заходим в настройки уведомлений. Затем идем посмотреть все. Здесь нажимаем все. Спускаемся в самый низ. И вот здесь у нас YouTube. Уведомления в приложениях. Так, у нас получается интернет по Wi-Fi идет, потому что та симка, которая здесь вставлена, она полностью блокируется. У нас интернет идет по Wi-Fi. Если у вас, смотрите, Wi-Fi не будет, то берете эту симку, достаете и вставляете, ну, другую активную симку с интернетом, и тогда у вас появится. У нас уже было видео на другом канале. Там мы вставляли другую симку с интернетом. Так, здесь нажимаем о приложении, политика конфиденциальности. Так, здесь убираем галочку, продолжить. Далее убираем Google, окей, пропустить. И сейчас нужно будет скачать приложение Apex Launcher по вот этой вот ссылке. Можете поставить видео на паузу и ввести адрес. Либо вот отсюда, если не получится, скачать вот отсюда. Итак, встаем в строку поиска и вводим адрес. Так, и переходим по адресу, чтобы скачать данное приложение Apex Launcher. Так, вот оно, Apex Launcher. Нажимаем на него. Так, здесь Download. Продолжить. Разрешить. И вот сохранение файла. Нажимаем ОК. Так, файл скачался. Идем вот сюда, вот три точки. Скачанные файлы. Вот он, Apex Launcher. Запускаем его. Настройки. Настройка заблокирована. Включаем вот этот вот пункт. Возвращаемся назад и нажимаем установить. Ждем, пока приложение установится, и затем его нужно будет запустить. Так, нажимаем открыть. Теперь идем в настройки безопасности. Так, биометрия, безопасность. Распознавание лица. Продолжить. И здесь выбираем, допустим, рисунок. И рисуем рисунок. Продолжить. И еще раз повторяем рисунок. Подтвердить. Здесь это ничего можно не вводить. Вот поэтому здесь просто, ну, как нажимаем назад. Либо просто делаем вот так. Вот у нас уже сохранился графический ключ. Теперь просто перезагружаем телефон. Он у нас просит пароль. Вводим пароль. Ждем, пока телефон перезагрузится. И затем в том меню, где у нас был пин-код, где мы его пропускали, то есть мы нажимали использовать Google аккаунт, вот там должно вместо пин-кода появиться вот запрос графического ключа. То есть мы введем графический ключ, по идее у нас запроса аккаунта вроде как не будет. Сейчас проверим. Так. Это графический ключ у нас. Запуск Android. Так, нажимаем далее. Здесь соглашаемся. Далее. Так, пропустить. Далее. Так, здесь у нас, как видите, подключено к интернету. Нажимаем далее.
И вот смотрите, у нас получается, начертите графический ключ, получается текущий рисунок, то есть черт рисунок, который вводили, и запроса аккаунта уже не будет. Вот смотрите, появляется надпись «Пропустить», нажимаем ее, «Пропустить», и продвигаемся дальше. «Принять». Так, это все можно установить, в принципе, пусть стоит. Сейчас зайдем в настройки, посмотрим сведения о телефоне. И, кстати, Apex Launcher можно удалить, так как он нам больше не понадобится. Пропустить. Готово. Все, запускается рабочий стол телефона. Так, идем в настройки. Приложение. Вот он, Apex Launcher. Заходим, удаляем его. Так, возвращаемся назад. Вот, смотрите, учетные записи. Как видите, аккаунта нет. Теперь идем в настройки. Сведения о телефоне. A30s, A307FN, сведения о ПО, версия Android 9. И остальные сведения обновления 1 августа 2019. На данный момент это самая последняя прошивка. Вот новее нет. Даже можно сделать вот так. В принципе, можно еще выключить и включить, но запроса аккаунта уже не будет. Вот используется последняя версия ПО. А давайте так и сделаем. Сейчас выключим и включим, чтобы до конца убедиться в том, что аккаунта, запроса аккаунта уже не будет. Так, выключился телефон. Включаем. Ради этого метода нам пришлось купить сим-карту. Ну, это ничего страшного. Главное, что все получилось. Графический ключ. Кстати, если хотите, то можно и графический ключ удалить. Да, сейчас зайдем, кстати, удалим графический ключ, потому что потом вы можете запутаться и забыть то, что устанавливали графический ключ и как он выглядит. Идем экран блокировки, тип блокировки экрана, рисуем наш ключ и ставим нет. Все. В принципе, и все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш основной канал, там еще больше видео. И всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Всего хорошего. До свидания.